для вас записать видеомикс только из наших резидентских работ World of Brides. И поэтому давайте начнем. У нас в программе ожидается много интересных композиций. Это будет как транс, прогрессив, что-то deep house будет. То есть я отобрал довольно яркие работы, которые мне очень сильно импонируют, которые я все время слушаю. И давайте, собственно, послушаем их вместе. Первая работа — это моя совместная, точнее мой совместный трек с Roger Andrews Haight. Называется Well I You Give. Вот такой трансик. Давайте начнем слушать. We'll be right back.
звучит композиция In The Second Roll в моем ремиксе, исполнитель Alba. Начинается у нас такой бодрый прогрессив, поэтому зажигаем, друзья. Композиция от Moonlight Project, Moonlight Tunes. Композиция называется Feel the Enquake, она также в моем ремиксе, тоже прогрессивная работа, давайте зажигаем. Can't breathe. Do you feel your
start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel the bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Oh, will you just come to me? Do you see the spark? Do you feel the spark? Do you feel your bones are shaking? Do you feel the earthquake? Handphones Intimate. И исполнитель Alba, а ремикс сделал Димта. Вы его могли много раз слышать по радиошоу «Звездная карта». Очень крутой трек, зажигательный. Давайте наслаждаться.
the game, you'll fall in happy days. A child that full of love, catch the song that spins around the earth, just to meet you in dance a bar. Once again, you'll fall in happy days. A child that's full of love, catch the song, it spins around the earth, just to meet you in dancing bar. Очень мною любимого исполнителя и ремиксмейкера Павла Герасимова. Мне кажется, очень красивая работа, при этом она довольно прогрессивная и прям вот кайф. Поэтому, друзья, продолжаем, наслаждаемся.
Сейчас нас звучит гимн радиошоу «Звездная карта». Трек называется «Безостеллар». Исполнитель Алба, а ремикс сделал Димта, который у нас сегодня уже звучал. Давайте оценивать. Совместно с Алба и в ремиксе от проекта Ultra Evo. Это самарский проект, который пишет такой deep house
и что-то все из него исходящее. То есть музыка получается такая очень насыщенная, при этом я не могу назвать это полноценным дип-хаусом, все-таки это больше прогрессив какой-то. Вот такая смесь очень классная, мне очень нравится. Так что наслаждаемся. Это Where is your Prince? Также очень активно песню постилась в интернете. И я думаю, она многим должна быть знакома. Это Павел Герасимов непосредственно и Алба. И, кстати, эта версия уже в ремиксе Павла непосредственно. То есть это не оригинал трека, но он тоже со своей изюминкой очень классный. Причем и та, и другая версия, они очень крутые. Кто не слышал, наслаждаемся.
совершенно новую свою работу. Это ремикс на Алба, композиция называется «Касабланка». Для меня это новый стиль, я никогда в таком стиле музыку не писал и, собственно, готов послушать ваше мнение, что получилось. Мне кажется, очень бодро, драйвово, мне нравится. Зажигайте! Друзья, я надеюсь, вам понравилась моя предыдущая композиция «Касабланка». И сейчас мы переходим к новому треку. Также совместная работа с Алба «Long Way Home» Nature Art Remix. We'll be right back.
just starts to rage and заслушался я музыку, затанцевался и забыл объявить, кто же у нас играет. Это Деграй и Алба с композицией Walls of Tears. Композиция появилась совсем недавно, по крайней мере на момент выхода видео, и она меня впечатлила. Мне очень нравится такое звучание. Танцуем, танцуем, зажигаем. Thank you.
Друзья, продолжаем с вами веселиться, танцевать и наслаждаться нашей музыкой. У нас сейчас звучит Moscow Matrix, композиция от Alba в ремиксе от Алекса Пойсона. Очень необычная композиция, но мне кажется, она достойна любого внимания. Постепенно подходит к концу, и у нас в завершении звучит композиция Cloud Testers Inhale the Love в ремиксе от Hopeful Peace. Этот трек точно достоин вашего внимания. Мне кажется, очень яркая композиция, насыщенная. Спасибо, что слушали, спасибо, что смотрели меня на протяжении этого часа. Наслаждаемся, танцуем последней композиции Inhale the Love. Let's do it again.
хочу поблагодарить всех, кто был с нами на протяжении этого моего микса. Надеюсь, вам очень понравилось. Мы старались. Подборка, мне кажется, очень классных наших композиций. Слушайте, оставайтесь с нами. Спасибо. Всего доброго.